Доброе утро. Дима у нас регулирует музыку. В общем, кто-то проснулся со осипшим голосом и сопливый. Я, в принципе, знаю, от чего это сладкого переели. Пошли сопли. Расскажу как-нибудь, почему я связываю эти вещи. Но сейчас мы едем вместе с Тимкой на наращивание ресниц. Пожелайте мне удачи, пожалуйста. Я не знаю, как я это сделаю, но я это сделаю. Я бы еще с радостью устроила какое-нибудь новогоднее детское мероприятие, типа детской дискотеки, где дети, мамы могут потанцевать с каким-нибудь фуршетом небольшим. Было бы здорово, да? Но боюсь, что мне на организацию в этом году не хватит. Тем более на бесплатное мероприятие. Очень все это сложно с бесплатными мероприятиями. Хихитушка, ну-ка давай обратно под ремни. Залезай, да. Ну как ты? Хорошо сходил со мной реснички сделать? Да. Можно куда-нибудь? Можно? У тебя ресницы лучше, чем мамины нарощенные. Можно я скажу куда? Говори, конечно. Молодец, отлично держался. Куда я скажу в магазин? В магазин хочешь сходить? Ну ладно, ты был молодцом, сходим в магазин. Дай кисоночки! Новый год — это и для взрослых, и для детей, мне кажется, праздник, но все-таки больше для детей. И, знаете, с появлением ребенка снова появилось это волшебство Нового года. Он так радуется, когда что-то, подарочки какие-то, письмо Деду Морозу писать, игрушечки какие-то, вот елки украшает. Это так все мило. И я, естественно, тоже готовлюсь, как мама. Вот у нас первая покупочка новогодняя. Я вам ее покажу подробнее. Это третья книжка из серии. Вернее, у нас это третья книжка. Новогодняя аромакнига. Я знаю, что уже много девочек себе приобрели эту книжку про козлика Чарли. Вернее, не вот эту вот. Вернее, не вот эту вот, а самую первую, вот эту. С ароматами. Это очень классные книжки. Их так интересно читать детям. И главное, их интересно читать взрослым для детей, да? Мамы понимают, о чем я. И вот здесь трешь страничку. И трешь страничку, и она пахнет. О, здесь ванилью пахнет. Здесь пахнет звездочки с корицей. Печеньем с корицей, на самом деле, пахнет. Здесь сушеные ягоды. В общем, такая интересная, причем на новогоднюю тематика сказка. Очень милая, очень добрая и, главное, необычная. Классный, кстати, подарок. Если вы идете там куда-то на Новый год в семью с детьми, то от 2 лет смело могу рекомендовать дарить вот такую вот книжку про козлика Чарли ароматную. Итак, у нас уже тут Jingle Bells вовсю. Мы Тимке на Новый год уже взяли подарок по скидке. И спрятали, забыла вам показать. В общем, этот обод называется Кватран. Не спрашивайте меня, что это. Ребенок сказал, надо. Это, короче, машинка, которая состоит из 4 машинок. Они все трансформируются, комбинируются, все делают. Смысл в том, что я взяла, почему сейчас, аж за месяц, потому что на My Toys, во-первых, хорошие скидки, я взяла это с хорошей скидкой, а во-вторых, у меня еще есть код на скидку. Плюс к этому я видела зимний комбинезон, как у нас там со скидкой, дешевле, чем в других магазинах. И, по-моему, еще какие-то зимняя одежда, игрушки. Для собак нету ничего, извини. В общем, доставка по Москве тоже удобна, по-моему, на следующий день доставили или через день. В общем, если вы готовитесь к Новому году заранее, так же, как и я, или вам просто надо купить подарки детям или одежду зимнюю, да, там термобелье, кстати, посмотрите, то очень хорошие скидки сейчас идут. Это, по-моему, здесь у меня то ли 600 рублей скидка была. Ну, в общем, очень хорошая, и я была так рада, потому что не везде можно этого найти. Тима, знаешь, что просить? Вот, знаете, в палатках продаются тоботы такие пластиковые, плохого качества, а я специально искала фирменного, и именно вот Кватран, все как надо. Мама, Кватран, не там какой-то, а вот Кватран. Я говорю, Кватран записала, поняла, прогуглила. Теперь меня ребенок учит, какие должны быть у него игрушки. В общем, тоботы, кто еще на тоботах? А ты что скажешь в свое оправдание, что ты лезешь ко мне в кадр? Я не лезу, я хочу просто быть в кадре, я вообще первая звезда этого канала. На мне все держится. Ты меня не показываешь. Да?
Вот наш Декстера брошь, мы все его никак не отвезем. Посмотри хоть глазами в камеру. Такой просто вот клубок меха, непонятно, где у него что, лапы, что просто меховушечка такая. Да, я знаю, что ты меня любишь, знаю, я тебя тоже люблю. Мама тесит, ой, кайфуший, ой, кайфуший, и чесать не надо меня. Мне пришла посылочка DHL, я не знаю, что там. Все, что приходит ко мне за неделю до и за неделю после дня рождения, это я считаю подарком на день рождения. Поэтому, что тут ко мне к дню рождения? Итак, какие идеи, что там? Я не знаю, хотя я догадываюсь. Ух, класс. Все видно, но мы вышли погулять вечером во двор, встретили друзей. В общем, они носятся тут по двору, а я стою мерзну, потому что мне холодно. Потому что такая влажность у нас в Москве. В общем, немножко у меня такое подуставшее состояние, много дел, которые надо сделать. Но у меня подружка посмотрела в глаза и говорит: Ань, тебе надо поспать. Но мне, видимо, надо побольше поспать, но это уже на следующей недельке будет. А на этой пока надо много-много сделать очень интересных, очень классных. Поэтому это не здорово. Не знаю, сколько там видно, но вон, в общем, светоотражители, это Тимкины. Там Олег, ходят. Олег, да, я не умничка. А кто ты? Я Силач. Силач, дай губы намажу тебе ответственные. Тим. Носом и щечки сейчас намажем. Это у меня масло ши. На щечки намажем. Тима, хватит прыгать на кровать. Ауч, ауч, ауч. Котлик Чарли встречает Новый год. Роджер Риннер и Патрик Мэтлер. Так. Побанюхай. Мармеладкой пахнет. Да. Это козлик Чарли. Мы же его уже знаем, да? Чарли. Утром Чарли высунул свою мордочку из хлева и увидел, как козлик. Чарли уже размечтался о тех сладостях, которые обещали принести животные. Ну-ка, давай понюхаем, как сладости пахнут. Ванилька. Вкусно. Я поел. Поел? Вкусно пахнет. Тортик, да?